Это великий праздник для всей нашей страны, для каждого из нас. И пока мы с вами его помним, чтим, празднуем, мы непобедимы. Тот, кто не помнит истории, у того нет будущего. В преддверии 9 мая в учебных заведениях Одинцовского округа прошли торжественные линейки в память о тех, кто ценой собственной жизни обеспечил нам мирное небо над головой. 4 года неимоверных усилий, трудов, героизма, мужества, и мы свергли фашизм в центре Европы. Этот праздник великий, любимый, он на все времена, и поэтому мы будем всегда чтить наших героев, а пока мы будем помнить наших героев, наша страна будет расти, процветать и стоять на страже мира. Гимн России, торжественное поднятие флага и фотографии дедов и прадедов в руках школьников – дух патриотизма, который генетически заложен в сердцах детей. Это время, когда мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Это время, когда из поколения в поколение мы передаем наследие победы наших предков. Дух патриотизма – это главная составляющая культурного кода любого гражданина Российской Федерации. После торжественной линейки в каждом классе провели урок «Разговоры о важном». Дети пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны и героями спецоперации. Это единение нашего народа. Исторически так сложилось, что со всеми вызовами мы всегда справлялись. И это заслуга наших уважаемых ветеранов, заслуга тружеников тыла, заслуга тех героев, которые сейчас отстаивают национальные интересы нашей страны. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».